купе поезда бабуся говорит братку. Молодой человек, вы не могли бы освободить для меня нижнюю полку? Ха, могу, мамаша. Тебе в каком купе? Поздняя ночь, шоссе. Чтобы не заснуть, водитель-дальнобойщик включает радио. Ведущий передачи говорит. А сейчас передача для тех, кто не спит. Включается запись, и дальше звучит занудный голос. Раз прыгнул слоник через забор, два прыгнул слоник через забор, три прыгнул слоник через забор, четыре. Проводница подходит к начальнику поезда и говорит. Таможенники в моем вагоне нашли контрабандную икру. Что делать? Дай им 10 банок. Давала, не берут. Дай им 100 баксов. Давала, не берут. Так, тогда заведи их в свое купе и... Заводила, не хотят. Тогда гони их к чертовой матери. Никакие они не таможники. Разговаривают он и она. Дорогой, у меня поезд на Питер через час. Не волнуйся, дорогая, конечно, успеем. Девушка засыпает, они едут в Питер на автомобиле. Девушка просыпается, видит достопримечательности Петербурга и орет. Идиот, я же проводница.